На нашем телеканале стартовала рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем же занимаются жители республики во время вынужденных выходных. Всем привет, меня зовут Таня Леонтьева, я журналист, и я, как все из вас, нахожусь дома в карантине, в самоизоляции. Я, как и многие, работаю на удаленке, и прямо сейчас я вам покажу, как проходят мои рабочие и выходные дни. Самоизоляция, самоизоляция. Когда запираешь, когда заключаешь, в квартире ты сам себя. Сиди дома, детка, сиди дома. Еще не все, чем можно заняться у себя дома, все зависит от вашей фантазии. Но главное, друзья, берегите себя, свое здоровье, своих близких, и давайте будем вместе дома.